Привет! Сегодня фэшн-команда журнала «Гламур» решила представить, что через месяц у нас выпускной «Как у вас?». И мы пришли в торговый дом «Весна» на Новом Арбате для того, чтобы выбрать самые крутые платья, которые только можно себе придумать. Решили выбирать комплекты в разных стилях. Первый романтичный. Я остановилась на стиле 70-х, потому что фанат этого тренда, потому что без ума от него. И мне кажется, бренд Этро сделает лучше других. А на Эляне платье MSGM. Лилит выбрала платье в клетку от бренда Emma Sony. Роксана выбрала оранжевое от Carven. У нас в отделе у каждого свой стиль, каждый выбирает собственный тренд. И если бы у меня был выпускной, я бы надела красное неопреновое платье и, может быть, даже с кроссовками в стиле спортшик. Девчонок, почти все в брюках. Мы все вышли, не сговаривались в брюках. Все почему? Потому что это классика. Не бойтесь экспериментировать. Костюм тоже может быть элегантным и уместным. В конце концов, это удобно. Редкий выпускной предполагает коктейльный дресс-код, но если уж вам повезло, помните, легкие платья чуть ниже колена – идеальный вариант. Но, впрочем, вы, выпускники, можете пуститься во все тяжкие.